Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Nissan Murano 2010 года выпуска, 3.5 бензин, вариатор, полный привод. Пробег на автомобиле 139 тысяч километров. Заменю на нем лампу ближнего дальнего света. Лампа здесь стоит штатный ксенон. Одна потухла, видать, уже срок службы у ней вышел. Открываю капот. Здесь... Что хорошо, фару снимать не нужно для того, чтобы заменить лампу, но нужно снять вот этот резиновый пыльник и также со второй стороны вот этот резиновый пыльник, и уже можно подлазить через это окно и снимать лампочку. Поднимаю клипсу. Полностью не снимаю, снизу еще одна клипса держит. Сейчас попробую камеру по-другому поставить. Поворачиваю колпак, закрывающий у нас лампу. Все, крышка вот так вот стоит. Теперь у нас снимаем с нее блок розжига, поворачиваем влево и снимаем с лампы. Отводим в сторону и также саму лампу снимаем с зажима. Зажим сейчас попробую показать. Так, очень неудобно, но попробуем. Уберу ее пока вниз. Вот видно уши зажима лампы. Нажимаем, вовнутрь отводим и отводим в сторону. Все, зажим убрал. Поднимаю их вверх, вот так вот. И вытаскиваю лампу. Лампа, видно, выработала свой ресурс. Берем новую. Модель лампы D2R фирмы LEDA. Это недорогие лампы, но работают отлично. 5000 кельвинов. Стандартная штатная идет 4300 кельвинов. Если вот сравнить исполнение, лампы довольно-таки качественные. Номер для заказа ее идет 85126LDX. Ставлю на место лампочку. Лампа устанавливается вот этой белой частью вверх. Устанавливаем чуть-чуть ее
влево-вправо, чтобы она встала в свое посадочное место. После этого фиксируем ее вот этими усиками с двух сторон. Нажимаем, подводим к лампе и отпускаем. Я сказал, вот этой трубкой ставить вверх, дезинформировал. Ставить надо и вниз. Квадратный прорезь должен быть вверх, тогда она встает нормально. И вот эти усики для фиксации патрона, они по бокам горизонтально смотрят. Защелкнул и ставлю на место разъем. Поворачиваю, крышку пока не закрываю, проверим, как она работает. Просто ближний включи. Ну вот, для сравнения, это еще родная лампа. Она желто-красным светит. А это вот, которую уже заменил. Она мощнее и светит белым, бело-голубым. Вот тебе новая лампочка, и освещение на дороге будет лучше. Ставлю на место крышку и закрываю резиновым пыльником, сверху клипсы поставлю. С большими руками, конечно, менее удобно, но сделать можно. Все. Аналогичным образом меняю со второй стороны. Единственное, здесь для удобства я, наверное, сниму горловину стеклоомывателя. Вот, поднимаю клипсу. И вытаскиваю горловину. Ну а дальше процедура вся та же самая. Показывать уже не буду. Покажу после замены. Здесь более удобно. Отсюда показать решил. Вот они усики, которые надо разводить по сторонам. Его нажимаем и на лампу все. Вот он отходит один и второй. А так вот нажали, зафиксировали, лампа держится. Ну теперь патрон одеваем, разъем. Одели, повернули и убрали проводку. Все. Остается только закрыть крышкой
Лампа у нас заменена. Идем проверяем, как светит. Фары. Фары протер вроде, но все равно мутные, грязные. Но тем не менее, по свету видно, что свет не желтый, а бело-голубой. Ну, на этом все. Замену лампочек в фарах я закончил. Всего вам доброго.